Вот про медведей. Передача интересная. Вообще капец. Ишицы будут находиться вот эти так называемые внутри. Ну ладно. Посылочка. Смотри, что б мне Леха прислал, да? Одногруппник. Ну, допустим, сейчас, к примеру. Размер, тем не менее. Это. Хотел даже под эту гайку. Это оцинковка. Нарезать резьбу. Это. Сюда подойдет. Это, по-моему, это тоже оцинковка. Вот. Две оцинковки. Стоять на шпульке. Нет. Соответственно. Где-то я обшибся. Здесь. Нет, это тоже оцинковка, но это пробный экспериментальный образец. Вот дымок отвалился. Вот, он его переделал, и он размером больше. Это нержавейка. Вот. Нержавейка. Вот раз нержавейка и два нержавейка. Это уже после корректировки буков и всего остального. Вот две нержавейки, две оцинковки. Нержавейка полтора, оцинковка миллиметр. Это пробные были варианты. Вот их три штуки. Это нержавейка миллиметровая. Вываливаются, ну, некоторые элементы. Отваливаются, но тем не менее не пошло. Оцинковка также ж не пошла. Без корректировки. Это первые, самые первые элементы перед тем, как резать вот то. Вот. Оцинковка тоже не пошла. Тоже миллиметровая. Это нержавейка миллиметровая. Тоже есть брачок. Вот. Брачок он присутствует. Но тем не менее. Он более-менее как бы еще адекватный, но тем не менее. Вот Леха подкорректировал, сделал его чуть меньше, но вот эти вот разрывы чуть толще. И все получилось. Два нержавейка, два оцинковка. Вот не знаю, хочу ему заказать партию. Спрошу ценник этого, сколько будет стоить, не знаю. Но тем не менее, это очень интересно, прикольно. Ёлки-палки, это один в один. Кому какой нужен вылет? Один в один, я не знаю. Блин, вот эти вот такие вот увесистые по сравнению вот с оцинковкой. Оцинковка практически ничего не весит. Нержавейка весит прям вот на руку чувствуется просто капец. Вот, как-то так. Вообще низко пошел, вот они деревья. Чуть даже из-за станка было слышно, что лететь. Вот как замедлить кадр, кто знает? Да очень просто. Эти птицы очень прожорливые, они не двигаются так плотно, что им тяжело летать.
ястребок. Вот сегодня получил, вот ссылочку я скидывал на дешманские очки. Вот они пришли, вот такого плана. Вот, три штуки в пачке. Ну, дешманский. Там они выходят, что-то ерунду. В них вообще ничего не видно. Такая пелена, можно сказать, на глаза. Вот так вот. Вот так вот в них все видно. По-другому никак. Короче, дерьмо дерьмищем. Не берите. Вот. Ну, как дополняшка какая-то для черноухи, может быть, сойдет. Ну, чтобы на каждый раз, ну, вот такая вот картинка. Ну, не то пыльто. Вон какой-то разведчик летит, гудит. Высоко. Но гудит. Такой тяжелый. Капец.